Падение небесных ангелов. Воздушные акробаты из Узбекистана сорвались из-под купола во время выступления в Королевском театре Амстердама. Речь идет о паре Кристина Воробьева и Рустем Османов. По словам очевидцев, все произошло в тот момент, когда мужчина держал партнершу одной рукой и ослабил другую. Вместе они упали с 10-метровой высоты. Зрители сначала приняли случившееся за часть представления, но вскоре ведущий попросил всех покинуть зал. Сейчас акробаты находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое. Кристина Воробьева и Рустем Османов работают в дуэте под названием «Небесные ангелы» и завоевали уже множество международных призов. Они единственные из цирковых артистов Узбекистана, кто выполняет сложнейшие трюки и при этом не пользуется страховкой.